Перед началом этого видео хочу предупредить вас о том, что я предупрежу вас о том, что я предупрежу вас о том, что я предупрежу вас. YouTube. Логотип YouTube имеет цвет черный, красный и белый. Вы знаете, что еще черное, красное и белое? Правильно. Флаг Йемена. Йемен рифмуется с английским словом lemon, лимон. Лимон желтого цвета. Вы знаете, что еще желтого цвета? Правильно. Лимонный сок. Сок рифмуется со словом каток. У словка каток 5 букв. К тому же, 5 сторон у Пентагона. Святая бабушня. Вы это видели? Давайте взглянем еще раз. А теперь вы увидели? Давайте посмотрим немного поближе. Боженьки мои, мне кажется, или это выглядит как статуя из Бразилии. Я знал это. Туп использовал эту статую из Бразилии для отвлечения внимания от того, что они планировали использовать ее как ракету, которую хотели отправить в космос, как приманку для Германии, чтобы украсть их соски и доставить в секретную базу и использовать их как топливо для своей следующей ракеты, которая была бы использована для полета вокруг света, чтобы сбросить миллионы видео с Ютуба о милых щенках, которые промывают людям мозги, и люди бы вступили к иллюминатам, а потом они бы захватили господство над миром. Офигеть. Теперь у нас есть абсолютно неопровержимые доказательства того, что Ютуб, иллюминаты,